Сейчас думает он об императрице, об какой-то прекрасной женщине. Я думаю, это вы, в которую он влюблен, о стабильности с ней. Да, о том, что боится ее потерять из-за того, что что-то у него там может быть неприятности с деньгами. Да, о том, как много боли друг другу причинили, да, может быть, много чего наговорили. А здесь, что кто-то от кого-то отдалился, что все это не приводит к сближению, а сближение хочется и развития, да? Хочется, что с ним происходит, что-то с заработком обеспокоен, стабильности хочет, семьи, стабильных отношений, не хочет тайных отношений, может быть, у вас тайные отношения, да, работать хочет, понимаете, вот что с ним происходит, что там с работой, какой-то сложный период, что-то там не очень, видимо. Из-за этого в подвешенных он.